Всем привет! На днях я наткнулся на нечто. В паблике «Создай свой шедевр» опубликовали статью «Как снять классное видео на зеркал». Я довольно-таки самокритично отношусь к своим работам, мне многое в них не нравится, и я хотел бы снимать классное видео на зеркал. Ведь все, что мне нужно, это прочитать эту статью. Итак, давайте приступим. Фотограф? Да это, блять, даже не профессия! Это статус маленькой тупой пизды и видеомонтажер Роман Синичкин. Блять, ну и фамилия! Обнять и плакать! Фотограф и видеомонтажер Роман Синичкин делится самыми главными секретами. Фотограф делится самыми главными секретами по видеомонтажу? Ладно, давайте продолжим. Так, первый пункт. Снимайте только со штатив. Что, блять? Сейчас самые крутые студии платят бешеные бабки, чтобы добиться эффекта трясущихся рук. А какой-то Роман Синичкин, который к тому же еще и фотограф, советует снимать только со штатива. Что за долбоебы это репост? Дергающиеся кадры, стилизованные под любительское видео, потом сложно монтировать. Роман, я тебе вот что хочу сказать. В принципе, все крутое сложно монтировать. Тебе, блять, не в лайтруме фотки обрабатывать. Выстраиваете композицию. Следите, чтобы горизонт не заваливался. Роман, иди на со своим заваленным горизонтом. На дворе 21 век. Используйте микрофон-петличку. Я сейчас не совсем понимаю, что происходит. А дальше начинается самое важное. Монтаж, пишет фотограф. Синичкин, снимай классные видео на зеркалку. Но никому об этом не рассказывай.